Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vision в белом цвете 2010 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 1,8 литров, мощностью 144 лошадиные силы, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, имеется спойлер, ветровики. Пробег автомобиля 180 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань, имеется 3 ряда сидений, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, режим эко, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.